Добрый день, друзья. Мы привезли продукты питания для жителей поселка Минеральная Ясиноватского района. Он находится в зоне обстрела, в красной зоне фактически. Вот машина полностью загружена под самую крышу. Здесь проживает 130 человек. Магазины сейчас не работают. Поэтому я думаю, что будет очень своевременная эта помощь. Людям спасибо большое всем, кто участвовал в приобретении продуктов. Спасибо Андрею Лысенко и его подписчикам. Спасибо, друзья. Продукты питания на поселок Минеральная, Ясиноватский район. Так, на Донецк Северный привез продукты питания, купленные благодаря подписчикам Андрея Лысенко. Спасибо большое. Тут сейчас проживает 34 человека. Света тут нету. Вода есть? Нету воды. Воды нету. В общем, люди живут в таких условиях, привозят им воду здесь питьевую и техническую. И, в принципе, как бы обстрелы, из-за обстрелов не могут не восстановить ничего, никаких коммуникаций. Всем еще раз спасибо. Едем дальше. Мы вам очень благодарны за гуманитарную помощь. Спасибо большое, потому что мы не можем выехать ни в город, никуда. Транспорта нет, сильные большие обстрелы. Большое вам спасибо. Обстрелы продолжаются каждый день, да? Каждый день. Вообще не прекращается. Да, большое вам спасибо. Все, спасибо вам тоже. Добрый день, друзья. Привезли мы в поселок Минеральная Ясиноватского района продукты питания для жителей. Здесь проживает сейчас 130 человек. Вот машину загрузил полностью под самую крышу. Магазины не работают сейчас. Обстрелы практически каждый день. Я думаю, что это будет очень полезно и своевременно для этих людей получить такую помощь. Спасибо большое Андрею Лысенко и его подписчикам за приобретенные продукты питания. Они тут живут, лица их показывать мы не будем, потому что родственники у них остались еще на оккупированной территории. А все это куплено благодаря подписчикам Андрея Лысенко. Большое ему спасибо за это.